октагона. Боец из города Оренбург, представляющий клуб «Тор». Кандидат мастера спорта по тайскому боксу. Победитель Оренбургской области по кикбоксингу. Финалист Приволжского федерального округа Руслан Арсланов. Кандидату мастера спорта по кикбоксингу, кандидату мастера спорта по всестилевому карате, чемпион Татарстана по кикбоксингу, призер чемпионата Приволжского федерального округа по кикбоксингу, чемпион Приволжского федерального округа среди студентов по всестилевому карате, многократные победители призер соревнований по АРБ. Три раунда продолжительностью 2 минуты. И сейчас несколько установок от судьи. Локтями не бьем, затылок не бьем, не прихватываем. Соблюдаем правила, слушаем и желаем ночи. Дамы и господа, первый раунд! Приглашается Александр. Технический нокаут!